Подготовка ребенка в школу сейчас для родителей событие не только важное, но и дорогое. Продавцы уверяют, что они представляют большой выбор – от эконом-класса до премиум-класса. По словам продавца центрального рынка Виктории, цены на канцтовары и рюкзаки не сильно поменялись по сравнению с прошлым годом. И сегодня можно собрать ребенка даже за 300 гривен. Ориентировочно с прошлым годом цены поменялись только на дорогостоящие товары. Есть товар более качественный, а есть менее качественный. И собрать ребенка в школу можно и за 300 гривен, вложив 300 гривен в канцтовары, в рюкзак, и можно до 2000. Это опять же зависит от потребности покупателя. За 300 гривен можно купить как бы и тетради, да, и рюкзак? Да, есть тетради более дешевые, без глянцевой обложки цветной. Как бы для эконом-класса они предназначены. Есть более простые карандаши цветные для детских садов, для более необеспеченных слоев населения. Есть более простые альбомы. Родители при этом утверждают, что собрать ребенка в школу стало очень дорого, и большинство не укладываются даже в 1000 гривен. Очень дорого. Ну вот мы вот на тетрадки только потратили 400 гривен, а вещи так вообще, ну, 1003, наверное, 4. И не войдем, наверное. Конечно, да, цены поменялись, безусловно, поднялись. Стараетесь на чем-то экономить, вот, собирая в школу лет? Ну, хочется все равно ребенку выбрать самое лучшее. Примерно уже на сколько выходит вот сбор в школу сейчас? Ну, сейчас, наверное, уже сколько? 1002, наверное, или 3? Да. Да, это где-то как бы без одежды, то есть именно... Нет, это частичная одежда, рюкзак. Вот это мы приобрели уже. Многие продавцы утверждают, что мариупольцы перестали покупать все необходимое сразу перед 1 сентября, а покупают канцтовары и одежду в течение всего года. Поэтому, в частности, на рынке спрос уменьшился. Спрос намного уменьшился, потому что у каждого свои проблемы, у каждого свои домашние какие-то расходы. Может быть, это связано с консервацией, может быть, с кредитами, может быть, с повышением коммунальных оплаты по коммунальным услугам. В магазинах на спрос сильно не жалуются. Продавцы утверждают, что спрос есть не только на дешевый, но и на дорогой товар. Как бы покупательская способность не уменьшилась, но единственное, конечно, да. Как бы люди есть, но опять же, благодаря ценам нельзя сказать, что именно их большой поток. А дорогой товар тоже, да? Тоже как бы есть спрос, да. Да, да. Тоже есть спрос, люди не экономят.